Полное описание и точная дата выхода 33-й серии турецкого сериала «Ветреный». 33-я серия сериала выйдет в эфир 21 февраля в 20:00 по московскому времени на телеканале АТВ. С русской озвучкой серия будет доступна через пару дней. В новой серии мы увидим, как Миран забыл в номере отеля подарок для Райан. Он поднимается, чтобы забрать его. Вслед за ним идет и Райан. А там находится Харун, который пробрался в их номер, чтобы оставить записку. Но ему удается остаться незамеченным, прячется за стенкой. Влюбленные забирают свой подарок и спускаются вниз в ресторан. Однако не только Райан, но и самого Мирана ждет большой сюрприз. Рядом с его подарком прикреплена записка, в которой говорится, что если Миран хочет знать правду о прошлом, то пусть найдет того, кому его мать доверяла свои тайны. Миран приходит в бешенство. Это означает, что за каждым их шагом следят, даже в романтической обстановке не оставляют одних. Он в гневе, вместе с Райан направляется к выходу и у лифта сталкивается с Харуном. Миран в ярости набрасывается на Харуна, обвиняя, что это он следит за ними. Райан с удивлением и подозрениями смотрит на него. А как Харун выкрутится из этой ситуации? Как он объяснит свое присутствие в том же отеле, что и они? Как считаете вы, уважаемые зрители? Оставьте свой отзыв в комментариях. Напомним, 33-я серия сериала выйдет в эфир 21 февраля. Ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки. Приятного просмотра!